Всем привет, друзья мои дорогие, с вами Гордей Юра 86К, и сегодня я проверю миф, что если машина будет, я ее уже подготовил, то она станет фиолетовой и другой. Если сохранить карту, можно на любую карту, в любой режим. Нам нужна вот эта вот машинка, вот такая, вот. В общем, просто сохраняем сервер с любым названием в менюшку, загрузить игру, заходим на сохранение и смотрим. Так, где бинокль? Вот, ну-ка. Вот, ребят, видите, она другая, но она должна быть фиолетовый, но у меня просто телефон больно слабый, чтобы красить машины. Ну а так все нормально, ребят. Проверяйте. Всем пока-пока!